Скажите, пожалуйста, когда у нас Нурсултан Абишевич был бизнесменом? Обезжиривание Буранбаева, оно на самом деле было очень жестким. Он же не кэшем это передавал. Но господин Ламтанцы, богатейший бизнесмен Грузии. Богатеть надо на том, что у тебя есть... Да нет у меня столько денег. Большая часть участников нашего списка не согласны с нашей оценкой. Верить в то, что у Томского только казахстанский паспорт? А что у нас плата Назарбаева не было, ну, я думаю, вы прекрасно понимаете, почему его там не было. Тот выделил миллиард, тот полмиллиарда, тот полтора миллиарда. Вот в суд-то они не ходят. Друзья, привет! Вы снова на канале Forbes Казахстан. Я ведущий этого канала Виктор Бурдин. Сегодня у нас в гостях необычный в какой-то степени гость. Моя коллега из группы Forbes Казахстан, редактор рейтингов богатейших, Ардак Букеева. Здравствуйте, Ардак. Здравствуйте. Я думаю, наши зрители уже догадались, о чем пойдет речь в сегодняшнем выпуске. Раз с нами сегодня человек, который возглавляет группу аналитиков, которые считают деньги самых богатых казахстанцев. И в этом году рейтинг выходит в мае в журнале Forbes Казахстан и одновременно на сайте Forbes Казахстан. К сожалению, мы сейчас не сможем нашим зрителям показать сам журнал, потому что в данный момент, пока мы с вами записываем видео, он находится в типографии. да, И мы это видео выпустим как раз, когда выйдет в продажу журнал. И в этом году рейтинг выходит, как мы с вами почитали, в 13 раз уже, ежегодный рейтинг mm -hmm. богатейших. И он, можно сказать, в какой-то степени самый главный рейтинг журнала Forbes Казахстан, самый интересный для многих. А для кого-то, может, не самое интересное, Конечно. да? Шесть казахстанских долларовых миллиардеров в этом году вошли в глобальный список Forbes. Ну, я так понимаю, они в вашем списке этого года, в казахстанском списке на первом месте, да, на первых да, местах. Да, я перечислю этих людей. Это Вячеслав Ким, Владимир Ким, Динара и Тимур Кулебаевы, Тимур Турлов и Булату Тимуратов. Вот на шестерых их состояние оценивается сейчас в больше, чем 25 миллиардов долларов. И это на 2,8 миллиарда долларов больше, чем годом ранее у этой же шестерки. Получается, что богатые становятся богаче. И этот тренд, он на весь список распространяется, на все 75 человек. В целом богатые люди богаче в этом году? Вы знаете, даже насчет топ-6 это не так, потому что некоторые стали богаче, а некоторые стали беднее. Владимир Ким стал беднее. В частности, да, Владимир Ким, они признали убытки по Казминералсу, ну, по Боимскому, на Чукотке. Которая на днях, кстати, вошла в санкционный список. Еще и в санкционный список вошло. Mm -hmm. То есть, ну, фактически эти затраты, они там потратили около миллиарда на покупку. Потом вложили кучу денег, еще инвестировали же туда и в эти вот годы довоенные, скажем mm -hmm. так. Uh, и в итоге там убытки более двух миллиардов uh -huh. долларов. Казминерлос обеднил на эти два с чем-то миллиарда, uh -huh. потому что продали они компанию своим акционерам Новочуку и Киму за 200 миллионов. Рейтинг готовился до того, вот до санкций. санкций, но прямо было ощущение, что что-то такое брежет, над этим боимским месторождением хорошо еще, что удалось добиться э, в прошлом году разрешения Путина э, продать. Mm -hmm. Потому что ну ты же знаешь, что там происходит. Mm -hmm. И э, не так-то просто продать mm -hmm. то, что ты когда-то до войны покупал и не был в курсе, что она начнется. Ну хорошо, ну в хорошем плюсе, в неплохом плюсе, я бы сказал, Тимур Турлов. Ну это может быть автошоки того, что фондовые рынки очень сейчас на пике, да. Ну и... во-первых, у нас очень хорошо все. У Вячеслава Кима и, Антадзе, и который не э, в нашем рейтинге, который, да? к сожалению, не в нашем рейтинге, он был в нашем рейтинге, mm -hmm. но вот э, американские коллеги решили, что он будет в рейтинге Грузии, хотя весь бизнес Ламтадзе в Казахстане, состояние сделано в Казахстане, ну вот. Но господин Ламтадзе, мы... богатейший бизнесмен Грузии, если а, я Ну ]сь. вот, да, 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 но э это состояние сделано в Казахстане на основе казахстанской компании, как бы я считаю, что было бы справедливо э -э, иметь его в нашем списке, но ну, вот э -э, uh -huh. так вот. У нас, с другой стороны, Александр Машкевич тоже не в нашем списке. А в нашем списке только люди, давайте мы поясним нашим зрителям, в нашем списке только люди с паспортом Казахстана. Э -э с гражданством Казахстана, да, у нас так было всегда. Это изначально был принцип, что мы берем людей, э граждан Казахстана, те, кто есть в списке богатейших, это не касается влиятельных. Влиятельных. Влиятельно в Казахстане можно быть из, без казахского паспорта. А вот что касается богатейших, ну, мы для простоты, скажем так, считаем только тех, кто имеет казахский паспорт. У вас э, на обложке этого выпуска журнала Арсен Томский, э, новоявленный казахстанец, вот, видимо, он вошел в, тоже в рейтинг, да, впервые в казахстанский рейтинг? Да, и он вошел впервые в наш рейтинг, и... На очень неплохой позиции. Ну, читатели журнала увидят, сколько именно у него. Okay, мы не будем. Миллионов, да, не будем спойлерить, но да, и он дал нам интервью. Uh -huh. Его тоже можно будет uh -huh. в журнале прочитать, да? Да, он у нас на обложке, и это как бы заходной материал э, рейтинга. Мы достаточно подробно расспросили его о его деятельности в Казахстане, о том, как он получил это гражданство так быстро. Некоторые, скажем, из наших миллиардеров ждали там по нескольку лет. Вы Тимур Русланович? А, ну, буду. говорят, говорят, да. Но этот, э, ну, действительно, как бы сказать, Новые обстоятельства, новые решения, наверное, война много изменила, решать надо было быстро. У нас по закону э, гражданин Казахстана может иметь только одно гражданство. Вы верите в то, что у Томского только казахстанский паспорт? Ну, Учитывая, конечно, что у него бизнес по всему миру? Э, конечно, у него был же российский паспорт собственно говоря, и особой, наверное, необходимости, э, что, ну, что-то, ну, в России разрешено, конечно, двойное гражданство. Я не знаю, насколько, как бы... Там же есть другие возможности, не обязательно же брать гражданство той страны, где ты работаешь там. Можно ВНЖ, инвестиционные какие-то, и ты получаешь в общем-то почти визы. же, да, 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 те же права. Но я не, не как бы мы не отслеживаем. Правда это или неправда, но если... Ну вы, допуск... вы допускаете, что у него может быть действительно только казахстанский паспорт, да? Вы знаете, я вообще считаю, что нам надо немножечко вот с гражданством быть не такими ваххабитами. В принципе, я думаю, что с большими оговорками, с какими-то барьерами, ограничениями и так далее, мне кажется, Казахстану следует в каких-то случаях разрешать э, двойное гражданство. Я хорошо помню те дебаты в 90-х, которые разворачивались относительно э, гражданства, и я знаю, почему Казахстан все-таки принял исключительно вот что казахстанец может иметь только одно гражданство. Потому что у нас слишком много русских жило. Но и они могли иметь два и, паспорта. и не только, но они и так имели, конечно, это когда не отслеживали, то по границе у нас куча Многие, людей да, было да. по два паспорта, угу. они ездили, получали пенсию в России, возвращались, получали в Казахстане, все это у нас было там, но речь шла именно о призыве в армию. То есть, ну, ты не можешь как бы призывать человека, он тебе дает присягу и так далее. Но не только призыв, но у гражданина же есть помимо э, как бы преимуществ еще какие-то обязанности. Тогда это, наверное, было верно. Вот мы смотрим по Украине, конечно. Да, это, наверное, было верно. Риски были большие. Но э, пройдет и это? Мне кажется, ситуация у нас может. В принципе, нормализоваться, но в конце концов, какие-то страны мы можем исключить из тех, в которых у нас можно с иметь, которыми да. можно иметь двойное гражданство, но даже чтобы не было прям сильно обидно, можно, ну хотя бы с соседями, да, или что-то такое. Но в принципе мы же прекрасно понимаем, что э, по казахский паспорт по ну, доступности перемещения в мире такой он такой средненький. А, ну, людям часто и много надо перемещаться. Да и вообще вот, э, ну, есть в этом необходимость глобализация. Если с японским паспортом можно посетить без визово и без препятствий 190 с лишним стран и территории мира, то с казахстанским 77 всего. Ну вот, да господи, да. что там японские, если мы даже российскому паспорту, да. как проигрывали вот до последнего а, времени. И продолжает воюющая и продолж... Россия, продолжает выигрывать да вы Пасили что? Паспорта ну, э, Да Какие еще интересные бы вы имена новичков бы назвали, которые впервые вошли в рейтинг? Или, может быть, вернулись спустя долгое отсутствие? Это Алмаз Альсенов Имя ничего не говорит, правда? Да, если честно, э -э да. Потому что вы не занимаетесь дзюдо вот, а так он достаточно известен в сфере дзюдо, он создал первый в Казахстане профессиональный клуб дзюдо, он сам дзюдоист, и был членом сборной, и очень много, ну, активно спонсирует именно спорт в Казахстане, в федерациях там разных. Вот, ну помимо этого, он еще участник конкурса Эрнстен Янговского в Швейцарии, на лучший бизнес. И он номинант этого конкурса швейцарского а э, конкурса бизнес? странового бизнес у него трейдерский логистический, но зарегистрировал он его в Швейцарии. Uh -huh. э, работает там, там у него штаб-квартира, uh -huh. э, и значит, вот достаточно хорошие объемы у его бизнеса он, э, торгует зерном, Латинская Америка, Африка значит, европейские страны, ну, вывозят из Черноморского региона и по всему миру там всякое продает и связывает между собой континенты тоже. Тоже довольно, как бы сказать, характерная история. Человек занимался бизнесом в Казахстане, значит, там производство мяса и так далее. В итоге его, что называется, большие люди Выдавили из этого бизнеса, зайдя туда как инвесторы и оставив ему 20% долю, а потом выкинув Ничего. вообще. И человек уехал из Казахстана сначала, вот в Дубае был, потом в Швейцарии. И прекрасно себе работает, и гораздо богаче, чем был, когда выезжал отсюда. Вот И он достаточно молодой у нас, ему всего 43 года. Так что вот такой замечательный пример того, что наши бизнесмены, они действительно талантливые, не хуже никого. И если они имели бы те же условия, которые имеет бизнес в других странах, я не имею в виду вот это вот субсидии, поддержка бизнеса, это на самом деле такой род поддержки, он достаточно коррупционен да. и пользы как раз не приносит бизнесу. Бизнес должен работать локтями, расти сам. По-моему, главная поддержка здоровому бизнесу – это вот то самое верховенство закона, и не мешать, вот та да? самая прозрачность, не мешать, не лезть, создать рамки. Рамки могут быть какие угодно. Вон в Швейцарии 40 налогов, и человек прекрасно делает свое дело ему это не мешает. А мы все хвастаемся самой низкой налоговой нагрузки, нагрузкой, ну, в общем. Еще какие-то интересные фильмы? Да, да, да. Ну, вот у нас наконец появилась. Еще одна женщина. По большому счету, она должна была появиться у нас раньше. Наконец, у нас в прошлом году появился отчет уже после выхода нашего того майского рейтинга по продаже косфосфата. И э, Участником нашего рейтинга стала Айжан Ясим, дочь бывшего нашего Акима Ахмеджана Есимова да, господина Есимова и Акима Уматы, и министр сельского хозяйства, и посла, кажется, в Швейцарии. Они с мужем, Гельмжаном Исеновым продали косфосфат, мы узнали, за какую конкретно сумму и при продаже как раз вот вторым собственником оказалась Айжан Исим, до этого мы там видели только Галимжана Исенова половина этой суммы 50 на 50 собственность и на основе этой продажи Айжан Исим, который занимается и другими бизнесами, но не настолько весомыми там фитнес клуб кажется вот стала украсила наш список женщин у нас очень-очень-очень мал. А я бы хотел вернуться к рейтингу двухлетней давности, который выставляли после Кантара. Прокомментируйте, пожалуйста, наличие в списке Forbes членов семьи Назарбаева. У нас всегда был Нурали Алиев. Дарига тоже у нас была в первом рейтинге. Потом мы ее исключили из рейтинга, потому что стали делать только бизнесменов. А Дарига у нас начала заниматься государственной деятельностью. Первый рейтинг после того, как вышел, мы исключили оттуда вообще всех, кто занимается ну, на госслужбе. И, собственно говоря, оставили только действующих бизнесменов. По закону уже у нас вообще-то государственные служащие не могут заниматься бизнесом. И оставили там действующих бизнесменов. Вот поэтому у нас дорога выпала, а Нурали у нас вот с первого списка так и есть. Что касается Нурбола Назарбаева, он у нас появился <связь> э -э не потому что случился контар, а потому что он появился в активах, Булат Назарбаев стал переписывать на него часть ну, активов. Ну, в смысле да? Часть активов, да, то есть он появился в различных документах. А что у нас плата Назарбаева не было, ну, я думаю, вы прекрасно понимаете, почему его там не было. Мы потому не что могли на него себе... Бизнесы были не были записаны. На него. на него были бизнесы, мы не могли себе это позволить собственно говоря, и меня все время еще спрашивают, почему у вас в рейтинге нет э, вот Нурсултана Назарбаева после того, как он стал перестал быть президентом. Там все, э, ну, во-первых, как бы мы называем топ 50 э, крупнейших теперь топ 75 крупнейших бизнесменов Казахстана. Скажите, пожалуйста, когда у нас э, Нурсултан Абишевич был бизнесменом за всю свою долгую плодотворную жизнь. Такого не было. Если Знаете, не... мы считаем только легальные деньги. Я вот уже устаю это повторять. Но да, мы считаем только легальные деньги. Иначе, э, ну я не знаю, наверное, и в американских списках половина наркобаронов каких-нибудь латиноамериканских было. Собственно говоря, Нурсултана Абишевича была у нас идея Считать. И в принципе он мог попасть в наш рейтинг по вот, э, владению, когда уже стало известно его владение э, Джусанбанком, там, другими активами и так далее через фонд первого президента. Но пока мы его считали, Джусанбанк перестал ему принадлежать. И, собственно говоря, вот чем плохи вот такие активы, активы чиновников. Они сегодня есть, завтра их нет. И полностью закрытая информация, каким образом поменялись собственники этого банка, за какую сумму, что из этой суммы попало кому, ну мы же не можем пользоваться недоказанной Информация, на которой мы не имеем никаких документов. Ну, а Дарига Султановна, она снова перестала быть у нас государственным деятелем. И как бы. Она вошла. есть в этом рейтинге, да? Конечно, есть. Она уже после Кантара действительно. Но я не могу сказать, что Кантар реально ничего не поменял. Он поменял очень многое, потому что мы потеряли многих. Да. Исключился э, Буранбаев. У тот? нас Сатабалды, Сатабалды исчез из нашего списка. У нас Буранбаева нет в этом рейтинге. Вот, кстати, обескровливание, обезжиривание Буранбаева. Оно на самом деле было очень жестким. Да? Вот он же очень много там передавал, продавал. Вот просто звучат цифры прилично. Там, миллиарды тенге, но в масштабах его бизнеса. На самом деле он там очень много потерял. Вы знаете, оценочная стоимость. Я же не знаю, как. У нас же полностью закрыт этот процесс. Я понятия не имею, как государство оценило э, его бизнес, э, на основании чего это составило именно столько. Он же не кэшем это передавал. Вот э, он э, стал, э, ну, значит, передавал это э, компаниями. Ну, вот забрали у него долю, гостиницу. Э, вот. На днях уже а, нового вот управляющего теперь, назначили. да, вот именно гостиница, фитнес-центр, клубы, да. господи, фитнесы, и они теперь у нас, извините, в государственной собственности. Смешно. Ну, ладно, хорошо, хорошо. Весь процесс страшно закрытый. Забрали у него долю в апаркинге, да? Но, наверное, когда там был Бурамбаев, апаркинг какие-то деньги приносил. Сейчас, когда оно полностью государственное, я вообще-то не уверена, потому что я вот езжу в фитнес-клуб, и это место теперь стало платным. И когда я выхожу из машины, там вся площадка забита, но кажется, нас один-два человека идут оплачивать стоянку. Поэтому я не знаю, что это будет приносить и сколько это будет стоить, когда оно будет государственным. Из-за закрытости процесса, который вызывает множество разных вообще разговоров, домыслов э, и так далее, и так далее, этот процесс теряет очень многое. Я понимаю, что э, э, как бы многие вещи, наверное, надо делать очень дипломатично, не вызывая лишней волны и, и так далее. Но тут уж как-то надо баланс находить. А я думаю, это и есть баланс. Я думаю, это и есть часть договоренности с семьей первого президента и вот Всякое может Именно быть. Так, но то есть я просто хочу сказать, что мы как Forbes судить о том, сколько отняли у тех, у тех забрали, мы не можем, потому что мы не знаем ни методов оценки, ни вообще в виде чего все это забиралось, нам выдают общие цифры. И все. Кстати, первый рейтинг, самый первый, который вышел в 2012 году, он так и назывался, рейтинг богатейших казахстанцев. Угу. Он существовал только один год, а потом он стал называться именно рейтинг богатейших бизнесменов. Ну, потому что там были люди, Понятно. близкие к власти, и потом мы решили, ну, какой смысл выпустить один рейтинг. Окей. Хочется это дело продолжать. Жанна Казахстане, да. возможно, возвращение рейтинга богатейших казахстанцев, а не бизнесменов? Ну, если сказать про Жанна Казахстан, у нас пока не очень возможно даже просто по бизнесменам, близким к Жанна-Казахстану получить полную информацию. Мы попытались в этот раз включить некоторых фигурантов в наш список, но там старая практика, конечные бенефициары этих бизнесов в наших документах в справках ЕГОВ не указаны. Расскажите, пожалуйста, оказывают ли на вас давление, поступают ли вам какие-то звонки, письма, когда вы выставляете рейтинг? Ну, разумеется. Без этого как бы рейтинг не рейтинг, чтобы не поступало звонков, чтобы люди не пытались выйти из рейтинга. И, в общем, это... Происходит достаточно регулярно, потом мы должны учитывать, что... О, в общем, это тяжелый вопрос, на самом деле это достаточно больной вопрос. Со сменой э -э -э, ЕСКО Казахстана на ЖАНА Казахстан. Ничего не изменилось в этом плане. Может быть, в некоторых местах стало даже жестче. Поэтому делать эту неблагодарную работу по-прежнему не очень легко, не очень приятно, потому что наезды совершенно, я не знаю, необоснованные. Приходилось ли вам когда-либо судиться за то, что вы кого-то включали в рейтинге? Нет, 20? Вот в суд-то они не ходят. Они боятся раскрыть какие-то данные. Потому да? что, да, потому что мы всегда работаем на прокурора. Мы всегда имеем в виду то, что на нас могут подать в суд. Поэтому И все И здесь мы соломки прикрыты. подстилаем, mm. подстилаем, ну, Бог миловал. Mm -hmm. Судов у нас поэтому. По рейтингу не было тху -тху -тху ни одного пока. Дай бог, чтобы это продолжалось. Пожалуй, самое, наверное, главное, не то чтобы сенсация, но очень интересная новость вокруг этого рейтинга, то, что в этом году в нем не 50, как обычно, казахстанцев-бизнесменов, а целых 75 человек. Почему поменялось число богатейших в рейтинге? Ну, девушка созрела 12 раз до этого. Мы делали 50. Страна меняется, бизнесы растут. В этом году, кстати, по итогам 23 -го года Казахстан впервые перешагнул по ВВП объем 13 -го года. 10 лет после того, как мы упали в 14 мы выкарабкивались из этой ямы. И вот если брать в долларовом выражении, то 23 год – это год, когда мы по объему ВВП страна, перешагнули рубеж 2013 -го года. У нас, как в советское время, с царской Россией с 2013 годом все сравнивали, мы тоже все сравниваем с 2013 нашим золотым годом, когда нефть стоила там, 109 долларов среднегодовая цена за баррель. В общем, все цвело и пахло. Как сказать? Нич ничто не предвещало, все предвещало, конечно, но вот так вот. И вот после этого мы завалились. И, естественно, ну как бы э, с этим ростом ВВП, который у нас достаточно устойчивый вот э, последние там парочку лет, естественно росли бизнесы, росли э, обороты, росло количество секторов, которые становились вот ну, более выгодные, в которых росли бизнесы, и вот мы чувствовали что надо расширять список, потому что, ну, э, старый уже как бы не отражал всю реальность. 50 — это э, стало слишком мало для Казахстана. Но почему именно 75? Вот мне тоже не очень нравится, что сразу 75, потому uh -huh. что это слишком большая нагрузка на вот, э, исследовательскую группу. Но как бы... Мы же любим круглые цифры. Чисто по казахски было бы 77, конечно, но вот это решили все-таки не так круто. И вот поэтому у нас 75 теперь и Наверное, надолго. А вот интересно, когда вы готовите списки, многие у вас там идут на убыль, кто-то новый добавляется. Вообще у вас обычно лонг-лист состоит из скольки человек? Плюс-минус. Лонг-лист у нас в этот раз был больше 100 человек. Uh -huh. Это в этот то раз, есть, а, в, а в предыдущий раз? Ну, когда вот у нас было 50, там было в районе 80 uh -huh. мы рассматривали. А в этот раз, ну, во-первых, конечно, частично помогло то, что у нас были лонг-листы. Uh -huh. Там были люди, которые не попадали в наш рейтинг на протяжении там нескольких лет. Ну, потому что кто-то их опережал, допустим, я не знаю, на 500 тысяч. 500 тысяч долларов? Да. У угу. многих были прямо равные практически это, и вот мы уже досчитывали не до миллионов, и люди выпадали, и несколько лет, скажем, стояли в очереди, не знаю, рады ли они, что попали в эту очередь, но э, вот, а, а теперь вот они как бы поднялись и вошли в рейтинг, вернее, не поднялись, а они вошли в рейтинг, а потом, знаете, многие сферы оставались же у нас немножечко в тени. Ну, например, очень закрытая у нас была логистика, допустим, да. В целом многие бизнесы, в которых принимали участие родственники семьи первого президента, они же у нас в базе данных были закрыты, то есть их мы... просто вы не видели, да? Нет, ну мы знали, что эти бизнесы э, есть, мы знали, э, кто там заправляет, чьи люди там работают, но мы не находили в официальных документах официального подтверждения, uh -huh. то есть э, ну, закрытые учредители, учредители uh -huh. не указаны или указаны какие-то обшорки. Ну человек может и сам признать, вот он признает свой бизнес, тогда мы тоже используем. Но э, бывает, что человек не хочет, а в список он должен попасть. Поэтому нам нужны неопровержимые доказательства принадлежности того или иного бизнеса, ну чтобы не нарваться на процесс, потому что Журналисты у нас процессы не выигрывают в стране, как вы знаете. Ну, вот. Тут, то есть важное дополнение, ремарочка такая для, может быть, зрителей, которые не совсем понимают. Forbes считает только официальные деньги, которые официально. Мы не Конечно. можем посчитать. Мы не можем посчитать то что мы что знаем, что что родственников что, на друзей, на нет, водителей. мы можем на э, тоже считать и то, что записано на родственников и на друзей, если э, как бы мы прослеживаем аффилированность и как бы у нас есть другие доказательства, но или есть признание самого фигуранта, что это его бизнес, а -а -а. тогда да, ну, э, это как бы практика же у нас в Казахстане, если бы мы не могли вообще это считать то это было бы немножко, немножко не соответствующий действительности рейтинг. А так вот, вот так. А вообще расскажите, пожалуйста, немножко вот в такой внутренней кухне. Я думаю, многим зрителям будет интересно, как вообще составляется список, то есть как люди в него попадают, как в этом списке появляются цифры конкретные. А, а, знаете, давайте я не буду сильно открывать внутреннюю кухню. Ну, хотя бы так. Да, все-таки это наша интеллектуальная собственность, которую мы, собственно говоря, сами изобрели, потому что, ну, как бы американцам же им считать легко, у них есть биржа они там все и как бы ну какие проблемы вот оценки есть и так далее у опять нас же я сделал ремарку если человек какие-то у него акции его компании или другие ценные бумаги например облигации или еще что-то размещено на фондовой бирже тогда он обязан раскрыть всю свою бухгалтерию и показать все свои деньги и аффилированные лица но у нас далеко не все бизнесмены, и их бизнесы имеются на фондовой бирже. Конечно, у нас И, Соответственно, очень, очень тяжело процент. увидеть открытые да, э, да, данные. Да, да, да. да. Э, ну, у нас еще есть э, ДФО, депозитарий финансовой отчетности, где публикуются отчеты э, компании, так сказать, публичного интереса то есть сырьевики и компании с госучастием, там акционерное общество. Ну, там тоже я же говорю, вот это вот система не указывания конечных бенефициаров, в принципе, конечно, по международной финансовой отчетности, на которую перешел Казахстан еще, не знаю, 10 лет назад, должны указываться конечные бенефициары. Но у нас не всегда соблюдается этот принцип. Ну, аудиторы просто пишут, что компания не указала конечных бенефициаров. Ну, что поделаешь. То есть, иными словами, я правильно понимаю, что вы э, ф, а базируетесь в первую очередь на какие-то официальные источники? Конечно, да? конечно. Базы данных. Мы, э, мы основываемся на базе данных, на каких-то своих, там, я не знаю, э, у нас же тоже есть какая-то инсайдерская информация, мы разговариваем с людьми на рынке. Тоже ну, то живем в этой разные, стране. Да? Источники разные, но базовое — это... Вот официальная uh -huh. информация э, не обязательно наша, потому что есть в Англии, э, значит, база данных по компаниям за, за э, Великобритании, по компаниям зарегистрированным там. Есть в США. Uh -huh. э, ну, наши люди же в разных странах регистрируют бизнес. Да, в в принципе, умеем, в да. принципе, да. В принципе, талантливые и очень приятно, когда есть у нас появляются бизнесмены, которые добиваются успеха, денег именно за рубежом в странах вот, скажем так, приличных с открытой информацией, с верховенством закона и так далее. Вот. Есть и такие. Как часто вам бизнесмены сами дают цифры по своим бизнесам и по своему состоянию? Это вообще практикуется? Вы знаете, нет, ну, в смысле, как по своему бизнесу база все равно она публичная. Мы смотрим, допустим, налоги, которые уплачены компанией. И мы можем обратиться, если нам недостаточно этой информации, мы можем обратиться к компании и поинтересоваться, можете ли вы нам дать. Иногда дают. И, как правило, это белые бизнесы в общем, достаточно прозрачные, и это бизнесы те, как правило, которые ну, возникли самостоятельно, из нуля, и они не связаны напрямую вот, с какими-то крышами, ну, такие бизнесы бывают, дают, и, конечно, все это не сразу вообще происходило, мы же зарабатывали репутацию, мы Зарабатывали репутацию людей, которым можно доверять. То есть, если мы говорим, что эта информация конфиденциальная, ну ни разу за 13 лет то, что я сказала, что это между нами, она никуда не утекла. Вот за этим мы следим жестко. То, что у нас конфиденциально, это конфиденциально, то, что у нас анонимно, это анонимно. И мы очень придерживаемся, и в принципе у нас есть пол бизнесменов, который дает нам свою финансовую информацию, не для печати, а для оценки, и мы ее оцениваем. Такое тоже есть. А, что касается… Вот я в своей практике сам встречал несколько раз бизнесменов, которые в списке. Такие мнения, вот даже можно вспомнить прошлогоднее наше интервью с господином Дереглазовым, который в прошлом году впервые оказался в рейтинге владе совладелец компании Миломан Марвин. И вот он был не согласен с вашей оценкой его состояния. И я такое мнение слышу уже не первый раз. То есть бизнесмены говорят: Да нет, у меня столько денег, не а, не стоит мой бизнес только. Как бы знаете, я думаю, большая часть участников нашего списка не согласна с нашей оценкой. И если в случае Дереглазова он говорит, что значит, у меня нет столько денег, то бывают и такие, которые говорят, что у меня гораздо больше, что вы меня оцениваете так. Ну, что я могу сказать по этому поводу? Это наша, как бы сказать, оценка. И мы все время пишем дисклеймер, что нельзя использовать нашу оценку как э, официальный документ это сугубо журналистский продукт. Мы оцениваем по разным методам человека. Мы сверяем, э, но ну, методы оценки же будут э, ну, существуют разные. И если мы можем что-то не знать, возможно, э, ну допустим у Дереглазова долгов выше крыши, его бизнес действительно столько не стоит. Но, но тогда эти долги записаны не на него, да? Нет, но, почему? У быть Дереглазова закрытая, в Миломане закрытая финансовая отчетность. Ага. Мы не можем его отследить по финансовой отчетности и оценить по ней. Естественно, он лучше знает, как сказать, положение у себя внутри, но э, мы оцениваем по налогам, которые компания платит. По количеству точек, по э, уровню продаж, которая тоже оценочная, оцен... мы можем ошибаться. Никто не говорит, что ну, даже э, оценщики, которым предоставляют всю финансовую э, документацию, они оценивают компанию, а в итоге компания продается там в два раза дешевле или в два раза дороже. Я скажу только о главном принципе, она вообще очень консервативная мы оцениваем э, по принципу не более чем. Вау. Скорее всего, у большинства участников списка, особенно э, тех, э, которые э, наверху или полностью закрыты, э, финансовая информация которых полностью закрыта, скорее всего, они стоят общем, больше, в общем, в общем. чем мы считаем. Составляя этот рейтинг, чем он отличается от предыдущих, кроме количества людей? Вот что в нем было особенное, не так, что было в предыдущие годы? Ну, вы знаете, количество у нас это и есть качество, потому что вот количество 19 новеньких и 7 вернувшихся, вот это самая главная фишка этого рейтинга. Мы узнаем 19 новых имен для такой страны, как Казахстан, небольшой по населению страны где, в общем, все друг друга знают, я думаю, это будет, ну, как бы достаточно интересная новая информация. Это как бы одно. Второе, ах, да, нет, чем-то же отличался. В этот раз у нас прямо, можно сказать, в разгар, на самом финише наш президент заявил, что закрепит за каждым подтопленным регионом участника списка Forbes. У нас есть люди, которые входят в список Forbes, очень крупные предприниматели. С ними будет проведена беседа на предмет их закрепления за каждой областью, районом, селением и так далее, то есть по именам. И это в их тоже интересах. Они будут видеть результаты своих планов. И, конечно, стали это стали поступать был... заявки к вам на исключение. Ну, это, конечно, был удар под дых честно сказать, то, что происходило у нас после этого высказывания, э -э, обещания, можно сказать, прямого, э можно вообще сравнить, я думаю, ну, с каким-то цунами. Но мы оттуда выбрались кое-как, потрепанные, с потерями, без части одежды и волос. Но мы оттуда выбрались, мы этот рейтинг сделали. Единственное, что... Я не пойму до сих пор, неужели у администрации президента нет других источников финансовой информации, кроме рейтинга Forbes, которые делают, я не знаю, один журналист и три аналитика. У них есть армия, начиная от... Я не знаю, счетного комитета, финконтроля, Министерства финансов, почему они ориентируются на оценку журналистов? Ну вот как-то, с одной стороны это, конечно, приятно, с другой стороны это как-то странновато, потому что после этого я слышала от некоторых бизнесменов, которые в нашем списке, что ну реально все так и происходит процент от нашей оценки знаете я слышал от некоторых бизнесменов в списке, которые находятся, что не только администрация, но и некоторые другие госорганы, ну в частности, про налоговые такие слышал, что стоит только человеку появиться в списке впервые, он тоже тут же получают пристальнейшее внимание налогового комитета. Это естественно. Угу. И тут я все прекрасно понимаю, потому что, ну, как база для собственной оценки и работы, ну, налоговая, ну, ж, пусть пользуется. В конце концов, мы должны прийти к тому, ну, к более или менее белому, прозрачному бизнесу, это пойдет на пользу всем. Это пойдет на пользу бизнесу, это пойдет на пользу обществу, это пойдет на пользу власти то есть мы движемся в правильном направлении. Правильно использовать как для базу, для дальнейшей работы, но использовать это как, как бы сказать, конечный продукт, это несколько сомнительно. Меня вот расстраивает именно это. Налоговая же не ходит и не объявляет на заседаниях, вернее, ну где-нибудь на всю страну, что так, мы сейчас вот на списке Forbes. Ну, она дальше тихонечку у себя в темноте что-то делает. В конце концов, это работа налоговой. Тут у меня возражений вообще никаких не вызывает. Хорошее слово. Просто слова почему мне... Да, почему <свят> мне... Ну, почему я еще раз вернусь вот к, к такому, ну, такого рода заявлениям? Мы вообще для чего делаем этот рейтинг? Почему я говорю, что это журналистская работа? Почему мы вообще его затевали? И чего я вообще вот, ну, Почему мы так убиваемся? Деньги за, за это нам платят обычные журналистские, да? В чем вообще я вижу, э, как сейчас принято говорить, миссию этого рейтинга ну, не миссию, а цель, допустим, да, да? наша задача сделать более прозрачной нашу бизнес-среду. В, в стране, э, ну, когда я занимаюсь журналистикой, не знаю, сто лет. И последние десятилетия я занимаюсь экономической журналистикой. Когда я делала этот рейтинг в 2011 году, вот я его начала, для меня было откровением, кому принадлежат те или иные активы. Для меня, для журналиста было откровением то, насколько все у нас схвачено. Какие у нас там маркизы-карабасы просто от и до от гольф-клубов до трубопроводов. И это никто никогда не связывал воедино. И вот мы своим рейтингом впервые это сделали, потому что в первых рейтингах, почему вот мы ставили себе цель, мы перечисляли все активы, которые принадлежат этому человеку. То есть мы рассеивали тьму, скажем, над э, экономической частью этой страны. А постепенно к нам бизнесмены привыкли, и те, кто э, делает свой бизнес э, достаточно в белую, и те, кто вот реально self-made men, они э, это поняли, что мы не собираемся им вредить, и пошли с нами на сотрудничество. И кое-какие вещи раскрылись не потому, что это раскрыло государство, а потому что раскрыли сами бизнесмены. То есть опять-таки прозрачность повысилась. И нам стали многие доверять, идти с нами на контакт. И в итоге наша, прозра... ну, наша работа от этого улучшалась и э Улучшалась общая ситуация, я считаю, с этим делом. Но когда делаются такие заявления, и бизнесмены бегут и не хотят иметь с нами ничего общего, не отвечать ни на какие наши вопросы, не вот как бы мы становимся чем-то токсичным да, наш рейтинг не надо пугать бизнес журналистской работой. Собственно говоря, должно быть так, те, кому нечего скрывать, не должны иметь риски из-за этого. И вообще вот эта вот система, которая у нас стала модной в последнее время, вот, вот эти вот продразверстки обязательные из бизнеса по тому или иному поводу, ну я считаю, это тоже какие-то не, не, не очень правильные вещи. Насколько я знаю, ну наш крупный бизнес, во всяком случае, но ну, никто бы не остался в стороне. Только надо работать же с людьми. Это должно быть добровольно, да? Я вам ну, скажу, как редактор вот э, сайта, когда ну вот паводки начались, и особенно там последние, наверное, пару недель, ну просто парад информационных сообщений от прислужб богатейших людей, что тот выделил миллиард, тот полмиллиарда, тот полтора миллиарда. И, знаете... Мы не успевали их публиковать. Одну публикуешь, следующую присылать. То есть это был просто вал. Вот. То есть они побежали на самом деле скидываться да, этими деньгами. Особенно это ужасно, конечно, звучало на фоне уже там первых новостей, что уже первый миллиард попытались украсть, выделенный uh -huh. на паводки uh -huh. государства. Но это вообще, конечно, uh -huh. это отдельная история. Uh -huh. вот. Но я к чему, знаете, вот... Когда вот такая компанейщина, да, и когда, да. то есть, они же это, они же специально просят Forbes как раз-таки, чтобы не они не идут другие смены, потому угу. что Forbes опубликовал да. эти информационные это сообщения. Это типа отчет. Да, да, да. Отчитался. Вот, а, я. После таких вот вещей, вот бизнесмены, ну вот они, знаете, у, как вы думаете, они не задумываются ли о том, чтобы как бы, переписать свои какие-то бизнесы, поменять резидентство? Об этом речь, об этом речь, потому что поменять резидентство это, ну не проблема же и не вопрос. Уход в офшоры. И, и ну, я не знаю просто, зачем это делать, потому что, собственно говоря, э, ну, мне кажется, что у нашей власти есть масса других инструментов. Как сказать, тщательнее надо, как говорил Жванецкий. Ведь э, надо э, работать, есть инструменты государственной власти. И есть, э, ну, в конце концов, какие-то общепринятые вещи, а вот такие такая принудиловка, она напоминает мне немножечко Советский Союз. По поводу качества казахстанского бизнеса, который присутствует в рейтинге, вот насколько он сильно отличается от там, от рейтингов других стран? Ну, например, я так понимаю, у нас очень сильный перекос идет в сырьевую да, сферу, чего, например, нету в Америке, где больше IT. Вы знаете, вообще, конечно, на самом деле наше сырье в основном принадлежит Америке, американским компаниям. Собственно, наши... Сейчас бы китайцы обиделись. Нет, у китайцев в основном старые малопродуктивные месторождения, на которых добыча падает с годами. Ну, Тенгиз у нас главный Тенгиз, и там две американские компании, основные владельцы. Собственно, большие, большие месторождения, там нашего частного бизнеса нету почти. Кое-где у нас присутствовали некоторые, но теперь не присутствуют потому что, и это и понятно, потому что огромные месторождения, это тяжелые месторождения, которые требовали такого капитала, таких технологий, у нас технологий-то, собственно, не было, которые могли вот под ключ запустить добычу, там же это же не старая добыча, это же нужно было запустить, поэтому это понятно, что это делали глобальные гиганты, это, в общем, не под силу было больше никому. Что касается перекоса в сторону сырья, мне кажется, это совершенно нормально для страны, обладающей так, таким количеством запасов полезных ископаемых. Богатеть надо на том, что у тебя есть. Добыча сырья — это тоже, в общем, не самое простое дело, особенно если это касается, допустим, не нефти, а горнорудки. Это все, в общем, это такая Вещь не все еще с сырьем у нас хорошо, с редкоземельными металлами у нас все плохо, они у нас есть, и они страшно востребованы на мировых рынках. Я надеюсь, что в этом направлении что-то пойдет. Но у нас не в этом беда, это как раз нормально. У нас практически нет высокотехнологичного бизнеса. Мы, конечно, можем считать Caspiqizet. Это прорыв, но возник он на базе, так сказать, банка обычного. Ну, не будем умалять, туда было внесено столько всякого, и это реально прорыв, это вот оценивает, как видите, мировой рынок, вот американский рынок. У него даже вот Caspic Z то, как он разместился в Лондоне и то, как он разместился в Америке, рост в несколько раз. Стоимости акций. То есть э, мир признает это технологическим таким хорошим бизнесом. Так же, как кстати, и Freedom Holding Турлова. Он тоже на NASDAQ mm -hmm. и тоже очень неплохо там э, себя Ну, чувствует. Э, да, но он как бы сразу там выходил и тоже неплохо себя чувствует. Там есть определенные вопросы, конечно, у специалистов, я-то не в курсе, да, да по тому, как ведется бизнес. Ну, в смысле. Как-то где-то на грани говорят, возможно, многие вещи на Западе. Начни, он там, он бы просто не смог бы делать. Тоже это технологический бизнес, и он очень много, Турлов, очень много вкладывается в стартапы. Он плотно занимается венчурами. И, и вот он подращивает эти вещи э, у нас хорошо и очень полезно. Он очень поддерживает вот, молодых технологичных бизнесменов, и это в итоге вот выстреливает. В этом плане, конечно, он молодец. Поэтому я надеюсь, ну вот теперь вот у нас Арсен Томский, это тоже как бы технологический бизнес, единорог, который был оценен в миллиард чем-то еще в 2021 году. А с тех пор он значительно вырос. Теперь это мы получили как бы технологический бизнес в подарок. Хотя не совсем в подарок, потому что в 2014 году, когда он пришел в Казахстан, развивался здесь, uh -huh. мы были его первой за границей, uh -huh. кстати, после Якутска. Uh -huh. И именно после нас он пошел в Москву и Петербург. Вообще у него какое-то особое отношение к Казахстану, мне кажется, да? Ну, у давно, всего. да, здесь работает, да. И когда он выходил на Москву, то 70% его оборота давал Казахстан. То есть мы свою лепту. Хотя мы, конечно, хотели отнять у него свой, его бизнес. Это было. Тут ну, это не мы уж, а наши с Не вами мы, но в смысле, да, да. Наши, наши, с вами соотечественники. Было всякое, но человек, видите, зла не помнит. И это по-прежнему. Вот мало у нас вот таких вот вещей, у нас много стартапов, у нас есть, но они э, пока не стали, э, как бы не вышли на уровень мультимиллионерства, но вообще, судя по всему, как вот это все идет, и мне кажется, что все-таки у нас действительно достаточно талантливые бизнесмены, достаточно напористые, и вот мы сейчас, у меня ощущение, что мы находимся на пороге чего-то. Все-таки последние годы э, Назарбаевского правления они лежали просто каменной могильной гранитной плитой такой на груди э, вот, и бизнеса, и вот развития. Ну, то есть это так уже напоминало такой брежневский застой, который я помню еще в студенчестве. И вот то, что эта плита отвалилась, мне кажется, что это сыграет определенную роль, и мы стоим на пороге прямо. И если Жанна Казахстан ничего не испортит и не начнет возводить нечто подобное над нами... Казахстан где-то на старте. Вот мы куда-то пошли на подъем, и мне кажется, что мы выстрелим вот как бизнес-страна. Вот я смотрю на молодняк, который, ну, они вдохновляют. И, в общем, я думаю, что когда-нибудь мы увидим Forbes 100. Супер. Ну, на этой жизнерадостной оптимистичной Оптимистично. ноте я хочу сказать вам огромное спасибо, что вы рассказали и поделились с нами, как вы работаете над рейтингом. Вам спасибо. Друзья, с нами была редактор по рейтингам Forbes Казахстан Ардак Букеева. Не забудьте подписаться на наш канал, если вы еще этого не сделали, поставить лайк этому видео, нажать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео от нашего канала. Ну и также я вам советую обратиться в ближайшую точку продаж прессы и покупать новый номер журнала Forbes Казахстан, где вы увидите первый в истории рейтинг 75 богатейших бизнесменов Казахстана.